Нажал. Хорошо. Добрый вечер всем. Клубе 20. Михаил Сергеевич Воскресенский. Пианист, педагог. Замечательный человек, который всколыхнул всю эмиграцию тем, что в очень нежном возрасте, когда всем пора уже отдыхать и сидеть в уюте, покинул Россию в знак протеста против войны и сейчас живет в Америке. Это очень смелый, важный шаг. Не каждому это дано. Шапки долой. Михаил Сергеевич, я прежде всего хочу сказать спасибо Дине и Эрику, которые навели между нами мосты. Более Будем того, надеяться. Да, мы попросили Дину передать вам видео из нашего клуба, когда Леонид Вальтман делал доклад о Скрябине. Мы знаем, что вы специалист по Да, я Скрябину. смотрел это, да. Да. И поэтому я попросила, собственно, Лёшу Вальтмана, чтобы он участвовал наравне со мной в этом мероприятии, и вопросы мы будем задавать вам вместе. По Добрый очереди. вечер. Вот. Добрый вечер, здравствуйте. У вас был очень интересный доклад. Спасибо. И я хочу сейчас дать слово на одну секундочку вашей знакомой. Леночка, пожалуйста. Михаил Сергеевич, добрый вечер. Вы меня видите? Конечно, очень хорошо, красивая. Михаил Сергеевич, дорогой, я специально, я сейчас в Германии, в Баден-Бадене, то есть у меня час ночи, но я не пошла спать, потому что очень хотела на вас посмотреть и вас послушать. Ну, не такая у вас уже ночь, подумаешь, час ночи. Да? А, то есть для вас это тоже не ночь, ну тогда... Нормально. Хорошо, Михаил Сергеевич, в общем, я вас с удовольствием послушаю, скоро прибуду в Нью-Йорк и вам позвоню. Спасибо. Я думала, в каком формате вести эту беседу. Мы, собственно, все прослушали и ваше интервью с «Голосом Америки», и видели ваши фильмы, и ваш разговор с Гордеевой. В нашем клубе немножечко все по-другому. Мы хотели бы вести неформальную беседу. Вот представьте себе, что мы сидим все в гостиной и в расслабленной форме побеседуем. Если вы не возражаете. А у нас есть аудитория какая-нибудь, нет? Аудитория? У нас 80 человек вас слушают, 80 экранов. Меня очень поразило, что вы часто смеетесь во всех интервью. Ну, в принципе, я оптимист, несмотря на все трагедии моей жизни. Это неоценимо совершенно. И готовясь к нашей встрече, я прочитала диссертацию вашей будущей супруги. И там она об этом пишет, что следует отметить открытость и легкость в отношениях с учениками. Его юмор, то есть ваш юмор, сочетающийся с серьезностью и строгостью, вдохновляет студентов в работе. Вот мы хотели бы познакомиться с вашим чувством юмора. А какое чувство юмора у музыканта? Если вы не возражаете. Вот давайте начнем с самого начала. Вам 22 года. Шостакович написал концерт для своего сына, и вы захотели его сыграть. Максим сыграл его первый, а потом вы вместе с Шостаковичем уехали в Прагу, по-моему, да? Да. Вы играли этот концерт. А в свободное время вы с Шостаковичем смотрели фильмы Чарли Чаплина. Было дело? Было. Ну вот давайте гипотетическая ситуация. Вы смотрите немые фильмы Чаплина. Шостакович в юные годы был топером. Да. В своем солидном возрасте, конечно, негоже. И вот представьте себе, вы смотрите немой фильм Чарли Чаплина, как всегда играет музыка, и вдруг исчезает звук. Останавливают этот фильм, все в негодовании, в недоумении, а Шостакович смотрит значительно на вас. Мол, ваша очередь. Стоит пианино на сцене. Вот я хотела бы знать, какую музыку вы бы исполняли под немые фильмы Чарли Чаплина?
который мог импровизировать сколько угодно и на какие угодно темы. Это был абсолютный гений, невероятный гений, гений, которые рождаются реже, чем раз в 100 лет. И это первое. А второе, я, в общем, так сказать, всю жизнь... у меня были порывы в самом раннем детстве начать сочинять. Когда мне было 4 года, я сел за рояль и начал сочинять «Бурю на море», потому что я жил в Севастополе рядом с морем. Вот. Но моя мама очень быстро меня охладила, сказав, что лучше стать хорошим пианистом, чем средним композитором. И, в общем, в своей жизни я после этого ничего не сочинял. И, соответственно, мне тогда не надо было импровизировать, потому что передо мной были ноты, и я старался выучить как можно больше новых сочинений. Поэтому в этой ситуации, которую вы рассказали, я бы жутко растерялся. Ну, конечно, наверное, пришлось бы выходить из неудобного положения. Я бы сыграл какую-то пьесу. Я бы сыграл, например, так сказать, вот опус 1 Шостаковича, 3 фантастических танца. Это такая ироничная фреска, не фреска, а зарисовка. Очень элегантно сделанная. И мне кажется, я любил ее играть раньше. Вот. Ну, вы знаете, мне больше было бы интереснее рассказать, понимаете, про общение с Дмитрием Дмитриевичем, потому что это такой самый счастливый случай в моей жизни. Я считаю, что просто мне жутко повезло. Потому что, когда мне предложили играть на «Пражской весне», которая была посвящена современной музыке, я был в ужасе, потому что у меня не было современных сочинений. И даже не было современных концертов в репертуаре. Все-таки я был довольно молодой студент еще. Поэтому то, что удалось связаться с Дмитрием Дмитриевичем и попросить его разрешения, чтобы я сыграл этот концерт, потому что все знали, и я в том числе, что он пишет это специально для Максима. Он любезно согласился, чтобы молодой пианист, совершенно ему неизвестный, играл его концерт, и я имел счастье получить у него 3 урока. Так что я могу с гордостью сказать, что я ученик Шостаковича. Ну, конечно, несколько, так сказать, в преувеличенном виде, потому что Дмитрий Дмитриевич преподавал композицию, но фортепиано он преподавал тоже замечательно. И вот, вы знаете, вот эти уроки остались для меня как какие-то самые счастливые часы моей жизни, потому что это была сплошная радость. Он только хвалил. Он не сказал ни одного осуждающего слова, хотя я только что выучил пьесу. Ну, правда, пьеса не такая уж трудная, но все-таки там очень много, так сказать, заковырочек. И он не сказал ни одного плохого слова. Он все время говорил: замечательно играете, как у вас прекрасно звучит. Вот. Но вот знаете, вот здесь вот возникло, мне бы очень хотелось, чтобы не спешили. Или там я что-то еще. Какое-то маленькое замечание. Вот. Во-первых, он сначала удивился, что я довольно быстро его выучил, но я уж сел, так сказать, и взял и выучил. И через неделю ему принес. Рукопись была только у меня, поэтому нигде больше я не мог бы достать эту музыку. Вот. И интересная деталь еще другая. Естественно, что я, будучи в это время еще студентом 4-го курса, я, естественно, прежде чем играть Шостаковича, понес этот концерт своему педагогу Льву Николаевичу Оборину, замечательному музыканту с великолепным вкусом и другу Шостаковича. Вот. И, как вы знаете, наверное, в этом концерте замечательная вторая часть, такая немножко а-ля Шопен, красивая музыка. И Оборин мне сказал: что ты тут размалевываешь, понимаешь, Шопеньяну играешь? Это же Шостакович, он же будет очень недоволен. Мне надо играть очень строго. Ну и я, Шостакович, играл строго. И вдруг Дмитрий Дмитриевич сказал: ну зачем вы так вот уж строго? Ведь все-таки это же такая лирическая музыка. То есть он практически опроверг Льва Николаевича Оборина. Ну, в общем, концерт прошел очень успешно в Праге. И это записали, и до сих пор существует эта пластинка. В связи с этой пластинкой и с этим концертом случилась одна из первых трагедий в моей жизни, потому что дирижер, который играл со мной, Вацлав Ирачек, замечательный дирижер,
радио, Пражского радио, оркестра Пражского радио. Он погиб в авиационной катастрофе через год, что ли, после вот нашей записи. Мы очень подружились. Вот это была трагедия для меня. Да. Да, когда я сыграл в Шостакович, приехал в Прагу, приехал, он в это время не, второй раз женился. Это был не совсем удачный брак потом, так сказать, но мне это было неизвестно, естественно. Вот, ну и они вместе с женой слушали мой концерт. Но я с ним имел возможность беседовать и разговаривать. Потом мы слушали «Похождение повесы» Стравинского, опера в театре в оперном в Праге. В то время Стравинский был категорически запрещен в Советском Союзе. Никто даже Петрушку не играл. Вот. И Шостакович, а уже, конечно, «Похождение повесы» для нас была совершенно новая музыка. Ну, Шостакович, может быть, ее знал, я не знаю. Но я все-таки со свойственностью с мне некоторым любопытством, я после просмотра оперы спросил Дмитрия Ильича, ну как вам эта музыка? Он, как всегда, так сказать, немножко занервничал, сказал, очень нравится. Вот. Вот такие у меня воспоминания. Интересно. Ваши 22 года тогда, молоды, наверняка у вас была какая-то мечта о какой-то суперпрограмме интересной, которую вы бы сыграли в самом лучшем концертном зале. А если это не сольная, то с каким-то самым-самым дирижером. Вот какая это программа, в каком зале, с каким дирижером? Ну, с точки зрения молодого Воскресенского. Я вам скажу так, что, во-первых, я не мечтал ни о каких залах. То есть это конкретно, если бы я был концертирующим пианистом, я тогда был молодым лауреатом международных конкурсов. У меня было в 1957 году, у меня была только премия на конкурсе Шумана, которая начала, так сказать, давать мне возможность концертировать по стране. И вот практически поездка в Прагу, это была моя, можно сказать, первая концертная зарубежная поездка. Я играл еще сольный концерт там. И я в сольном концерте играл и последнюю прелюдию фугу Шостаковича. Я играл токкату и шпая, любимого мной Андрея Шпая. Мы потом в течение жизни очень часто встречались. Я даже был членом жюри, когда он был председателем жюри конкурса Чайковского. Я уже сейчас не помню, в каком году. Я играл «Воспоминания Мясковского», это замечательные 6 пьес, и играл восьмую сонату Прокофьева, которая, можно сказать, тогда почти только что была написана. Она была написана в 43-м году, а прошло всего лишь 14 лет, то есть практически новое сочинение. Вот, и, конечно, в тот момент, когда я играл в Праге, я, честно признаться, никогда не думал, о каких концертных залах я хотел бы играть. Ну, мне хотелось играть в любых концертных залах. Для меня не так уж важно играть в Большом зале консерватории или, предположим, в Нью-Йорке в частном доме. Потому что и там присутствуют люди, которые любят музыку. И я должен показать все, что я умею. Ну, естественно, что, конечно, играть в большом концертном зале – это большая честь и большое удовольствие, и большое счастье. Вот. Так что, программа у меня всегда были очень такие, я бы сказал, смелые и, может быть, иногда авантюрные планы. Я сейчас уже не помню, что я думал в 22 года, но в течение всей своей жизни я все время учил новые сочинения. И вы, если вы читали мою биографию, вы знаете, что я сыграл все сонаты Бетховена. Потом через некоторое время приехал в Польшу, и мне мой друг Станислав Дыбовский, ныне покойный, сказал, Миша, а почему бы тебе не сыграть все произведения Шопена? У меня волосы стали от страха дыбом, но через некоторое время вдруг я подумал, а почему бы и не сыграть? И я сыграл в 82-м году в Малом зале консерватории. Этот концерт дублировался. Я сначала играл в Ярославле, а потом в Москве. Действительно, все фортепианные сочинения для фортепиано соло.
Вот. Потом у меня были еще другие планы. Все сонаты Скрябина у вас были? Да, все сонаты Скрябина были значительно позже. Это не так все просто, понимаете? Все сонаты Скрябина я где-то в 80-х, ну, сначала в консерваторские годы я выучил пятую сонату, я выучил вторую сонату, я очень люблю третью сонату, а потом я их записал на радио. И у меня, значит, было записано вторая, третья, четвертая и пятая сонаты на радио. И совершенно неожиданно уже в 80-х годах, когда я начал немножко концертировать после долгого перерыва, я приехал в Японию, и мне одна японская менеджер, которая занималась, так сказать, выпуском компакт-дисков с русской музыкой и была связана с Советским Союзом, она сказала, а вы бы не могли бы записать все сонаты Скрябина. И это для меня был такой огромный подарок. Я сразу начал учить. И вот тогда, в 80-е годы, я выучил все остальные сонаты. Мало того, неожиданно, я уже говорил об этом много раз, неожиданно мой большой друг Володя Блок, композитор, тоже ныне уже покойный, вот он обнаружил рукопись второй части сонаты ми-бемоль минор, написанной Скрябином в 16 лет в музее Скрябина. Она была не издана, а издана была первая часть, переделанная Скрябином в «Аллегро пассионато» опус 4. И не было финала. Оказалось, что финал есть. И он даже напечатан в 48 году, уже значительно позже смерти Скрябина, в каком-то сборнике, как скерцо в ми-бемоль миноре. Но совершенно ясно было, что это финал этой сонаты. И вот Блок это все соединил. Мало того, он даже смело дописал 6 тактов, потому что не было перехода из второй части к финалу. И вот получилось 11 сонат Скрябина. Я очень горд этой записью. Михаил Сергеевич, если я правильно услышала, вы сказали, что первую сонату Скрябина, которую вы выучили, это была пятая соната. Но это же самая сложная. Это не самая сложная. Самая сложная восьмая. Нет, ну она, конечно, тоже очень сложная. Они все не подарок. Даже первая соната Скрябина очень трудно. Окей. Леша, я передаю вам слово. Спасибо большое. Ну, я тоже должен сказать, Михаил Сергеевич, что мы с Эвелиной проделали большую работу, готовясь к сегодняшнему вечеру, все посмотреть, все почитать. На меня очень большое впечатление произвело кино, которое четырехсерийное кино, я так понимаю, что это небольшие серии для телевизионного показа, наверное. Но мне очень понравилось это кино, прежде всего, потому что удачная мысль была кинорежиссера предоставить вам самому рассказывать о себе. И так получился такой образ, который никто, кто стал бы про вас рассказывать, не смог бы создать. Вы очень хороший рассказчик, и очень хорошая интонация, и очень хорошая подача этих историй из вашей жизни. Большое впечатление. И это рождает большую симпатию к вам как человеку. Спасибо. Да. Я хотел бы первый вопрос задать, ну, наверное, такой неправильный вопрос для первого вопроса. Что вы считаете самыми главными своими удачами и неудачами как пианиста? Я могу сказать, самая главная удача – это последние мои записи концертов Моцарта. Это то, чем я очень горжусь. Это тоже очень такая история с трагическими вкраплениями, вот, и она связана с трагическими событиями моей жизни, но я отнесся к этому чрезвычайно серьезно, но я вообще всегда отношусь серьезно к любым своим программам, но это получилось очень хорошо. Если хотите, я могу рассказать подробности. Да, пожалуйста. Вот, насчет неудач. Неудачи были, конечно, как я только не знаю, что об этом говорить. Ну, неудача. Например, когда я играл все сонаты Бетховена, самое неудачное у меня получилось опус 101 соната.
Вот не как-то, но не пошла она. Не в том смысле, что я не те ноты играл, а просто она не вошла, так сказать, в мою сущность. Ну, там финал довольно ясный, а вот мне было очень трудно играть вторую часть марш, который, так сказать, меня как-то не очень ложился. Очень трудно. И, в общем, она развалилась, нужно сказать, во время этого цикла. И я потом ее практически очень... Ну, только один раз, по-моему, я ее еще раз повторил. Сыграл, может быть, немножко лучше, но, в общем, так сказать, это не то сочинение, которое находится в моем репертуаре. Как-то у меня осталась боль от этой сонаты на всю жизнь. А она вам не по характеру? Я очень люблю эту музыку, но не получилось. Ну, понимаете, ну что вы там, гениальные? Это гениально, вот, конечно. И совершенно после такой приветливой, можно сказать, первой части «Аллегретто», мужественный очень марш, труднющий, потому что он как-то он должен быть очень устойчивым, ни в коем случае не шататься. И потом вот эта гениальная трагическая третья часть. И фугато очень сложное, неудобное такое в финале. Ну, это не проблема. А насчет концертов Моцарта, понимаете, у меня случилась одна очень большая трагедия в жизни. У меня погибла дочь в 94-м году. Вот уже будет 30 лет в марте месяце. Ей было 29 лет. Она была очень талантлива, очень талантлива. И прекрасно играла. Ну, в общем, это была страшная трагедия, которая свела в могилу и мою жену, которую я чрезвычайно любил и страшно любил, и которая была моим спутником в течение многих-многих лет моей жизни и подарила мне 3 детей. Но я это говорю к тому, что первый концерт Моцарта был посвящен памяти Кати, моей дочки. Мы сыграли 3 концерта Моцарта с замечательным дирижером Леонидом Владимировичем Николаевым. Он полный тезка Леонида Владимировича Николаева, педагога Шостаковича и Юдиной. Но это совершенно другой человек, потому что Леонид Владимирович Николаев, профессор Петербургской консерватории, был, так сказать, человек из высокого круга, элегантный, изящный. И, как мне сказал когда-то Оборин, он все аккомпанементы для концертов с оркестром играл наизусть. Представляете? Это сейчас в Московской консерватории педагоги иногда сыграть по нотам не могут. А тогда вот в Петербурге он садился и играл, пожалуйста, концерт Чайковского. Все наизусть. Вот. А Леонид Владимирович Николаев, дирижер консерваторского оркестра студентов, с ним я познакомился тоже на гастролях, мы тоже играли за границей, я играл с ним 4-й концерт Бетховена, потом я с ним записал 2-й концерт Шопена. И какое-то время прошло, мы как-то не встречались, я знал, что он преподает в консерватории и так далее, и вот в один прекрасный день он мне сказал: вы знаете, вот давайте, да, а получилось там, так сказать, одна вещь, он немножечко поссорился с Игорем Абрамовичем Алихановым. Ну, не поссорился, там была какая-то немножко неприятная история. Они должны были играть, а Алиханов был в то время ректором, он был очень занят, и он, так сказать, не очень удачно репетировал и отказался играть концерт. И Николаев был страшно недоволен. И, в общем, кончилось тем, что он ушел с консерватории и организовал концерт, организовал оркестр. Оркестр из молодых выпускников Московской консерватории. Это был замечательный оркестр. Ребята играли потрясающе. И этот оркестр назывался оркестр центра Павла Слободкина. Павел Слободкин был очень милый человек. Он тоже, к сожалению, умер. Он был сыном знаменитого виолончелиста Слободкина. Но он был музыкант, так сказать, немножко более легкого такого плана, но он организовал и получил московского правительства уже вот в путинские времена концертный зал на Арбате. И вот это был такой центр Павла Слободкина. И вот там он пригласил Николаева, Николаев сделал оркестр.
оркестр назывался оркестр центра Павла Слободкина. И вот он мне предложил в день памяти Кати сыграть 3 концерта Моцарта. Мы сыграли эти 3 концерта Моцарта, и это была запись, и получилось очень удачным. Прошел год, это был 2007 год. В 2008 году я сам ему предложил сыграть еще 3 концерта в тот же день, спустя год. И это тоже было очень хорошо, получилось хорошо. Вот. И вот после этого концерта он мне позвонил буквально на следующий день и сказал: «Миша, ты можешь через 2 недели сыграть еще что-нибудь Моцарта? У меня есть возможность сделать концерт». Я говорю: «Конечно, могу». А потом немножко почитал в голове, и оказалось, что у меня 3 концертов нет, надо что-то учить. Все уже, которые я знаю, я все сыграл. И я выучил соль-мажорный концерт номер 17, совершенно замечательную музыку, которую, кстати, очень хорошо играет и Оборин. Вот, и этот концерт был тоже удачным. И вот после этого Леонид Владимирович Николаев сказал: «Ты знаешь, мы записали 9 концертов. По-моему, пора записать все остальные». А как все знают, все остальные – это еще 18. Да. Между прочим, те, которые я никогда в жизни не играл. Вот. И, в общем, я вот кинулся в эту бурную реку, и мы это сделали. Но вот по дороге, понимаете, я почему сказал, что это все было начинено трагедиями. К сожалению, в 2008 году моя жена скончалась. Она не смогла, наверное, пережить уход моей дочки. Да. А в 2009 умер Леонид Владимирович Николаев. Неожиданно летом скончался. И вот я закончил этот цикл. Я посчитал это просто своим долгом. Обязательно закончить этот цикл с этим же оркестром. С молодым дирижером, моим бывшим учеником по фортепиано и учеником Николаева и Рождественского по дирижированию. Это Константин Александрович Маслюк. Он сейчас, кстати говоря, выбран заведующим кафедры камерного ансамбля на место скончавшегося Тиграна Абрамовича Алиханова в Москве. Вот. Он мой ученик, и мы хорошо сыграли, мы записали оставшиеся 11 концертов. И вот это, я вам скажу, это то, чем я могу гордиться, я спокойно могу умереть. Я что-то сделал. Во-первых, это единственное, кто в России сделал. Когда-то пытался Володя Крайнев, но что-то такое там не сошлось с Сандецкисом. Потом пыталась Элисо Константиновна, но она тоже не записала все. Она с Гозманом хотела играть с Ленинградским камерным оркестром. Там, по-моему, все уехали, и все это распалось. А у меня вот это все получилось, и я этому очень рад. Мало того, эти диски, которые выпущены такой частной фирмой Classical Records в Москве, они продавались в Америке. И журнал Amazon, связанный с записями, написал на два диска рецензии. Было 2 рецензии. Причем одна была очень смешная. Я ее всегда повторяю. Критик писал: «Мы привыкли, что русские, или, по-моему, советские, нет, русские пианисты играют Моцарта как Рахманинова. А вот сейчас нашелся первый, который играет Моцарта, как его нужно играть». Мне это очень польстило. Вот. И должен сказать, что... Ой. Должен сказать, что оркестр очень хорошо играл в этом. Так что на ваш вопрос, что мне удалось в жизни, я должен сказать, что прежде всего, что я горд этой записью. Ну, не только в России, в Союзе, но и в мире мало кто записывал полный комплект концертов Моцарта. Так что тем значительнее ваше достижение. Да, в мире многие записывали. Геза Анда замечательно записал. Да. Я пользовался его, так сказать, музыкальными советами. Вот. Вова Шкенази не записал, но наверняка все играл. Баренбойм все играл. Баренбойм, да. Но все равно это немного. Ну, конечно. Это... В связи с Моцартом у меня еще один вопрос.
Вот Святослав Рихтер в фильме о нем Брюно Монсен-Жона зачитывает из своего дневника: «У меня не получается Моцарт». А у кого он получается? И в другом интервью он признается, что предпочитает играть Гайдна, а не Моцарта. В этой связи у меня такие вопросы к вам. Во-первых, что вы по этому поводу думаете? Во-вторых, у кого получался Моцарт так, что восхищало вас больше всего? Не обязательно о концертах речь, скорее даже о сонатах. Что вы говорили своим ученикам, чтобы у них получался Моцарт? Казалось бы, по сравнению с фортепианной литературой XIX века Моцарт технически очень прост. Что же создает, на ваш взгляд, главную трудность в его интерпретации? Да, это очень интересный вопрос, и о нем можно говорить очень долго, и мне кажется, интересно. Ну, во-первых, я должен сказать, что Святослав Теофилович очень хорошо играл Моцарта. И это были его, так сказать, мучения художника. И я думаю, что в чем-то он был недоволен. И я могу это, может быть, даже объяснить, потому что Гайден – это композитор такой, я бы сказал, мужественный, добрый, тоже очень тонкий, но, может быть, немножечко уже, чем Моцарт по амплитуде своих чувств, амплитуде своих образов, потому что Моцарт – это что-то невероятное. Моцарт – это огромный мир. И в Моцарте сочетается необычайная нежность, необычайная тонкость с мужественностью и с иногда с настоящим трагизмом. То, что говорят, что вот у Моцарта всего лишь две минорные сонаты и то всего лишь два минорных концерта для фортепиано с оркестром, что, мол, так сказать, он был светлым композитором, конечно, он написал замечательную, хорошую, положительную музыку, положительными эмоциями. Но в каждой сонате, в каждом концерте у него обязательно есть минорные страницы, которые чрезвычайно трагичны, чрезвычайно доходчивы до слушателя. Ну, хотя бы вспомнить фа диез минорную, вторую часть 23-го концерта, цимольную часть 22-го концерта, цимольную медленную часть 9-го концерта «Женом». Или, я не знаю... Ну, фару фантазии можно добавить. Ну, фантазии вообще гениальные. Я вот в последнее время недавно выучил цимольную фантазию, не которая к сонате, которую я играл всю жизнь, а цимольную фантазию Кёхель 396. Да. Она такая романтическая, неожиданно совершенно, почти какой-то, я бы сказал, Шопен или даже Шуман. Когда средняя часть там на педали арпеджио, такие красивые и совершенно потрясающая музыка. То есть, понимаете, я вам скажу, что Моцарт настолько многогранен, что, может быть, действительно Рихтер немножко этого боялся. Я не знаю, но вот мне так кажется. Вот. Потом я вам скажу, что Моцарт играть трудно, потому что мало нот. Понимаете, когда очень мало нот, это могут сыграть дети. И они играют Моцарта сплошь и рядом, но всегда плохо. А взрослые боятся играть, потому что в этих мало нот нужно их и так насытить, и так их подать, чтобы это было понятно, что хотел композитор. Из тех, кто мне очень нравится, моцартианцев, в смысле оркестровых, безусловно, Бруно Вальтер и Карл Бем. А среди пианистов Гизе Кинг и, конечно, Геза Анда. Вот. Я вам скажу, что, по-моему, блестяще играл Моцарт и Эмиль Гиллес. И больше поклонник Эмиля Григорьевича. У меня тоже с ним связаны очень теплые воспоминания. Мы были знакомы, он мне как-то так очень покровительствовал как-то. И не поэтому мне нравится, что он играет Моцарта, а потому что Моцарт у него действительно очень такой строгий и в то же время очень тонкий. Понимаете, мы немножко недооцениваем Гиллеса, я так думаю. Я очень люблю его. Я очень. Тоже.
Ну вот как же вы справлялись с этими трудностями со своими учениками? Что вы им говорили? Да. Ну, во-первых, не все ученики хорошо играют Моцарта, и я скорее бы давал бы ученикам играть сонаты Бетховена, потому что они яснее в этом смысле, они как бы, ну, как бы сказать, там такое сильное течение образное идет в каждом произведении Бетховена. А у Моцарта это огромное количество чувств, которые меняются буквально через несколько тактов и изменяются, и это довольно сложно передать. Но что я должен сказать, что я категорически требую от своих учеников, не только в отношении Моцарта, но в отношении и Гайдна, и, может быть, Бетховена. Но Бетховена в меньшей степени. Понимаете, существует, так грубо говоря, существует два пути выразительности. Интонация, богатая интонация и рубато, и свободная игра. Так вот, в музыке Моцарта не должно быть рубато. Оно должно быть только там, где Моцарт его хотел. И трудность заключается в том, что вы должны вот эту ровно играющуюся музыку насытить чувствами, насытить эмоциями. А как это сделать? Только при помощи богатой интонации, при помощи богатой вертикали звучания. Ну, в общем, здесь, конечно, большая работа. Леша, если можно, я вмешаюсь. Я дилетант, семилетка музыкальная. Тем не менее, открываю ноты Моцарта, и мне не страшно. Как вы сказали, там мало нот. Я никогда об этом не думала. Я открыла после презентации Лёши, открыла Скрябина. Мне стало страшно. Я включила Скрябина и чувствую, что нет, Моцарт мне нравится больше. Я открыла Ла Кампанеллу. Очень много нот. Но, по-моему, любой любитель, любой дилетант может напеть эту Кампанеллу. Никто не сможет напеть Скрябинскую сонату. А если дальше мы пойдем на Лигете, 13-й этюд, так это вообще страшное дело. Мало того, что там много нот, так там еще есть, я насчитала, 4 пианиссимо, то есть пи-пи-пи-пи, и, по-моему, 8 форте. Как это можно играть? И когда публика это слушает и хлопает, это что, из уважения? Или практически все, кроме меня, это понимают? Я могу вам ответить очень просто. Я знаю, что я задаю вопрос правильно. Мы, профессионалы, существуем не для профессионалов, а для меломанов, для любителей музыки, то есть для дилетантов, то есть для вас. И вы должны слушать то, что вам нравится. Это первое. Второе. Моцарт, если там мало нот, это не значит, что это легко. Это чрезвычайно трудно, потому что это должно быть абсолютно ровно. Это должно быть без капли суетливости. Это должно быть со спокойной нервной системой и в то же время насыщенными эмоциями. Моцарта играть гораздо труднее, чем играть Скрябина. И уж тем более, чем играть Лигети. Но Лигети трудно учить. Это действительно нагромождение гармоний сложных, тяжелых. И вот то, что вы сказали насчет 8 форте и 4 пиано, я думаю, что это чисто психологически. Во времена классицизма, включая Бетховена и, может быть, даже Шопена, Шопен, по-моему, не писал 3 форте, было фортиссимо и форте, и больше ничего. Фортиссимо – это была максимальная громкость. И также пиано и пианиссимо. И никто не писал 3 пиано. Вот. Уже Чайковский во втором концерте своем для фортепиано написал 6 форте. Потому что он был страшно эмоционален, он был страшно насыщен эмоциями. Ему хотелось, чтобы это было вот еще громче, еще громче, еще громче. Когда я показывал концерт Хачатуряна Араму Ильичу, когда я его выучил. Этот концерт посвящен Оборину, и Оборин был первым исполнителем, я его люблю играть.
Вот, и, значит, я ему играл, он вокруг рояля ходил и все время так немножко напевал: громче, еще громче, еще громче. Я уже луплю со страшной силой в комнате, а он говорит: еще громче. Ну вот вам бывают такие композиторы, которые хотят масштабного звука. И поэтому они пишут 8 форте, но в принципе это, конечно, неисполнимо. Так что это немножко блеф. Ну, так сказать, дающий возможность человеку понять, что хочет композитор. Да. Теперь в отношении восприятия музыкой. Конечно, воспринимать музыку Скрябина гораздо сложнее, чем воспринимать музыку Моцарта. Но это не значит, что Скрябин труднее Моцарта. Понимаете, это труднее выучить. Конечно, но садитесь и учите до тех пор, пока не выучите. Я, в принципе, сажусь. Вот если я учу какое-то новое сочинение, пока я первую страницу не выучу, я дальше не иду. А потом соединяю первую, вторую, и так постепенно добираюсь до конца. Ну, бывает так, что приходится долго тратить время, немного. Но Моцарт тоже нужно тратить очень много времени, потому что Моцарт должен выигрываться. Пальцы должны спокойно двигаться по фортепиано и не дергаться. Это очень трудно, я вас хочу точно убедить. Мне всегда казалось, что главная трудность с Моцартом – это его многослойность. Там столько слоев краски, да. Что все переходы, даже внутри одной фразы, они очень разнообразные. Вот если это получается, то это прекрасно. Получается редко. Я с вами совершенно согласен. Совершенно согласен. Именно вот это богатство красочности, многослойность чувств, и все это соединено потрясающей формой. Ну, это, да, это огромный мир. Это мир счастья. А у меня еще вопрос такой. Чью музыку вам не хочется, не нравится играть или прежде, или ныне? Что для вас антиподы? Вы знаете, я, так сказать, боюсь сказать это публично, потому что меня все осудят. Не мы. Вы уже свободны от критики. Нет, я не в этом смысле. А в том смысле, что, вы знаете, я очень люблю музыку Равеля. И, в общем, играл достаточно много его сочинений. Я очень уважаю Дебюсси. Это очень интересный композитор, но мне его играть не хочется. А вы отдаете отчет себе, почему? Что там такое? Вы знаете, мне кажется, это немножечко красиво придуманные гармонии. Uh-huh. Вот. Я играл, я очень люблю вальс «Le plus que l'onde». Более чем медленный, такой немножечко, такой он салонный, очень красивый и очень красиво написан. Я играл раннее сочинение Дебюсси, его «Фантазию для фортепиано с оркестром». Есть такая. Вот. Ну, это такое раннее сочинение, не может быть, и не самое большое. Ну и, в общем, пока, наверное, все. Я не играл много Дебюсси. Но мне это не ложится. Вот понимаете, меня, конечно, будут осуждать, скажут, что я ничего не понимаю. Может быть. Нет, зачем? А кого-нибудь еще назовете из тех, кого играть не хочется? Великих. Да вы знаете, мне все хочется играть. Кроме Дебюсси. Нет, ну вот Дебюсси просто он не ложится. Я бы даже пробовал, но как-то мне не очень лежит сердце. Вот. Но я, например, люблю Бартока, но я мало его играю, потому что это очень трудно и иногда перегружено. Но это гениальный композитор. Да, конечно. А еще я вопрос, да? Я люблю Хиндемита, хотя это немножечко такая музыка от мозга, музыка, идущая от разума. Но это очень интересно. Я играл его произведение, которое называется «Концерт музик для фортепиано двух арф и медных инструментов».
Это очень интересное сочинение. Мне когда-то Рождественский предложил это выучить, но я что-то заколебался. И когда он мне через 2 недели позвонил, ну что, может, играем, что ли? А я только раскрыл ноты. Я сказал, ой, Геннадий Николаевич, извините, пожалуйста. Ну, он, так сказать, сразу же разочаровался. И кто-то другой с ним сыграл это дело. Но меня это задело, я в конце концов это выучил. И потом мы со студенческим ансамблем консерваторским, у нас медный очень хороший, сыграли эту штуку, и она даже у меня есть в Ютубе. Это интересная очень музыка. А если позволите, еще такой вопрос. Понятно, что для пианиста, прославившегося исполнением сочинений Шопена, довольно естественно найти подход к исполнению ранних сочинений Скрябина. Но было ли вам также легко найти ключ к исполнению позднего Скрябина? Мне не так легко было играть раннего Скрябина, я вам должен признаться, не говоря уже о позднем. Но я как-то... Ну, я скорее не о сонатах, а о прелюдиях, об этюдах. Я понимаю. Вы знаете, конечно, вот мой опыт в шопеновской музыке, он был достаточно серьезным. Ну, с Шопеном у меня, можно сказать, вся жизнь связана с самого детства. У меня мама моя была музыкантом, она была педагогом, первым моим педагогом, и она очень часто играла музыку Шопена, в основном популярную. И я сам начал разбирать сразу же в детстве. Потом я начал, когда я поступил на первый курс консерватории, я начал сразу же готовиться к предстоящему шопеновскому конкурсу, который был в 1955 году. И, в общем, довольно удачно играл всякие отборы, произвел какую-то даже сенсацию, студент первого курса и так далее. Но меня не пустили. На всесоюзном последнем отборе отобрали 6 человек, а я был 7-м. Конечно, для меня это была жуткая драма, но Мария Израильевна Гринберг сказала Оборину: не расстраивайся, но она сказала: Лёва, они были на «ты», не расстраивайтесь, Лёва, у него будущее в кармане, ему нужно еще позаниматься. И я вам скажу, что, вы знаете, она была совершенно права. Я очень рад сейчас, вот уже прожив жизнь, что меня тогда не пустили, потому что я впился зубами в белые и черные клавиши, и я начал работать гораздо интенсивнее, чем я работал даже до этого. И потом вот я сыграл все произведения Шопена, я уже хвастался, да, и, конечно, все говорили, что у меня Шопен, так сказать, лежит. Меня даже всегда называли таким романтическим пианистом, хотя я, так сказать, не меньше люблю классику, и вот видите, сейчас даже, так сказать, горжусь тем, что играл Моцарта. Вот, поэтому я должен сказать, что, конечно, когда я играл «На-ра-ри-ра-ра-ра-ри-ра-ра», этот первый опус, опус 2, номер 1, медленный этюд, это почти Шопен, почти Шопен. И это было очень приятно, удобно. Но среди ранних прелюдий Скрябина и его поэм уже это не Шопен. Это сразу же идет изменение, и там есть очень много... Понимаете, Шопен ложится как-то очень естественно. А у Скрябина очень много рафинированности. Он, так сказать, любуется каждой деталькой. И как-то это все надо подчеркнуть. Это довольно трудно. Поздний Скрябин, конечно, гораздо сложнее. Гораздо сложнее. Я вам скажу, что я потратил очень много времени на 6-ю сонату. Я очень люблю играть 7-ю сонату. И в отличие от Владимира Владимировича Софроницкого, который не играл 7-ю сонату Скрябина публично, потому что боялся, что он умрет во время исполнения. Настолько он переживал эту музыку. В отличие от Владимира Владимировича, я не боюсь умереть и играю 7-ю сонату с огромным удовольствием. Меня очень возбуждает эта музыка. А вот на 6-ю и 8-ю сонаты я потратил очень много времени, и должен сказать, что я... После записи, в общем, их не играю. Это очень трудно. Особенно 8-я. Да. Простите, пожалуйста, продолжайте, пожалуйста. Я хочу сказать, что особенно 8-я соната, где какая-то
интереснейшая мелодия, очень заковыристая, очень сложная, вдруг встает вертикально, и оказывается, что это замечательный аккорд, который он потом переворачивает вверх ногами, и получается новая гармония. Это вообще настолько невероятное композиторское мастерство, которое очень хорошо и к тому же и звучит. И вот это вот все склеить, это очень трудно. А еще продолжая сопоставление Скрябина и Шопена, мне вспоминается высказывание позднего Скрябина о Шопене, как о великом музыканте с ограниченным мышлением, испорченным национализмом. По словам Скрябина, Шопен никогда не эволюционировал. Его первые вещи близки по музыкальному мышлению последним. Как бы вы прокомментировали это высказывание Скрябина? Я не знал этого высказывания Скрябина, оно очень забавно, я бы сказал. Ну, в общем, я должен сказать, что национализм у Шопена, безусловно, был, и я его только потому что это то, чем Шопен, так сказать, жил, он страдал. Понимаете, вот я эмигрировал в Соединенные Штаты. Я эмигрировал сознательно. Я злостный эмигрант, как сейчас говорят. А Шопен был вынужденным эмигрантом. Ведь он же уехал на гастроли, и он хотел даже вернуться в Польшу. А Николай I ему не разрешил. Меня слышно? Да. Да. А Николай I ему не разрешил. И он стал вынужденным эмигрантом. Поэтому его национализм можно понять, и я лично это только приветствую. Вот. В отношении того, что он ограничен своими чувствами, ну, я должен сказать, что мне это хватает. Александр Николаевич Скрябин был солипсист, то есть центр жизни у него был он сам, а все остальное было вокруг. И поэтому... Вы знаете, ну, знаменитое высказывание «Вы вагнерианец?» «Нет, я скрябинист». Это же сказал сам Скрябин на вопрос, вагнерианец он или нет. Поэтому у него мир существовал, так сказать, только в его идеях, в его представлениях о музыке, в его, может быть, немножечко сумасшедших философских идеях, но очень красивых и очень уважаемых мною. Ну и потом, например, вот история со Станчинским. Да. Ведь есть подозрение, что Станчинский покончил с собой. Он умер 20 лет, утонув в озере. Но никто не знает, то ли он утонул умышленно, то ли случайно. Но известно, что он показывал сочинение Скрябину. Кстати говоря, они очень близки Скрябину, а там соль минорный этюд так вообще просто похожи на 12-й этюд Скрябина. Вот. И будто бы Скрябин как-то несколько равнодушно отнесся к его музыке, и он, говорят, был очень травмирован этим обстоятельством. А для Скрябина, я думаю, что ему было не очень интересно все, кто другой пишет. Ему было интересно, что он пишет. Поэтому я думаю, это высказывание о Шопене, оно, конечно, забавно, так в стиле Стравинского, но вполне возможно. Да. А еще у меня такой вопрос. Как объяснить, что в концертной жизни в России даже самой любимой публикой классический период музыки представлен всего тремя именами? Гениальными Гайдном, Моцартом, Бетховеном. Почему больше никого не играют? Создается ощущение, что до Гайдна был только Бах, а после Бетховена был только Шуберт и романтики. А ведь на самом деле тогда был музыкальный расцвет, связанный с такими именами, как любимый маленьким Моцартом, младший сын Баха, Иоганн Кристиан. А там был Ирже Бенда. Уж на что Моцарт был скуп на похвалу любому собрату по ремеслу, но Бендой он восхищался. Или возьмите, к примеру, Яна Владислава Дусика, Антона Эбреля, никак не наслушаюсь сонатами Бальдасара Галупи, который, кстати, несколько лет правил в России по приглашению Екатерины II. А сколько чудесной музыки далеко
не только учебный, написано Муцио Клементи, тоже не играют. Еще итальянец Джованни Паэзиэлла, написавший 8 клаверных концертов по заказу Марии Федоровны, жены Павла I. Еще Йозеф Мария Краус, Ванхал, много там, много композиторов, много прекрасной музыки. Может быть, я ошибаюсь, и на самом деле ее играют? В том, что никого не играют, все-таки играют. Во-первых, Клементи довольно популярен, особенно в последние годы. И его много довольно играют, и в консерватории играют. Вот у меня, например, гениальный ученик есть, Юра Фаворин, просто гениальный. Да. Он недавно, еще когда я был в консерватории, мы с ним выучили, как это называется, Дидона, что ли, соль минорная соната Гайдна, которую никто не играет. Замечательная музыка. Вот так что Клементи играют. И у сыновей Баха тоже играют, и довольно много. И я помню, что вот покойный Александр Георгиевич Бахчиев вместе с Еленой Геннадьевной Сорокиной, они очень много играли вот такой классической музыки такого, этого времени. Вот. Ну, признаюсь честно, я музыку Галупи не знаю. Я не знакомился с ней, это, по всей видимости, моя вина. Вот. Но я думаю, что это связано с тем, что Моцарт все-таки был слишком гениальным. Понимаете, он их всех съел. Ну, я помню, вы рассказывали о том, как трудно вам было достать партитуру Бриттона для того, чтобы ее сыграть. Но после перестройки, когда такие проблемы исчезли, прошло уже 30 лет. А тем не менее, мне кажется, что этот репертуар очень ненасыщен. Поправьте меня. Нас очень много играют с музыкой, которую можно достать на Западе. Почему? Геннадий Николаевич Рождественский период. Да, конечно. Композиторов существует. Вот мы, например, тоже с Юрой Фавориным не так уж давно, вот незадолго до моего отъезда, сыграли концерт Шнитки для фортепиано в 4 руки с оркестром большим. Mm-hmm. Этот написан им уже, когда у него был инсульт. И Геннадий Николаевич предложил ему, и есть такое, так сказать, негласное название, что это концерт для двух жен, для Ирины Шнитки и для Аллы Постниковой, жены Геннадия Николаевича. И они первые были исполнители, и мы хотели с Фавориным это сыграть. Оказалось, что нужно выписывать за деньги, за валюту, с партитуру из издания Сикорского, потому что они имеют все права. И я заплатил из своего кармана 600 евро. Тогда это были огромные деньги для нас в России. И мы получили эту партитуру с разрешением исполнить один раз без записи. Вот. Но мы ее сыграли с огромным успехом в Большом зале консерватории. Кстати говоря, я очень удивился, потому что музыка такая вот жутковатая, я бы сказал. Очень интересно. К вопросу о Фаворине. Действительно замечательный у вас ученик, и не один, но Фаворин хорош, очень хорош. Кто из современных пианистов, которым сейчас от 20 до 40, вам нравится больше всего и почему? Фаворин. Да, я понял. Фамилия еще у него кого-то такая. Назовете? А? Вы знаете, сейчас очень много пианистов. К сожалению, все играют очень громко и очень быстро. Сейчас развилась очень возможность технического воплощения. Вот все начинают с детства тренировать свои пальцы, играют очень быстро, очень четко, здорово, и каждый соревнуется, кто сыграет быстрее. И мне кажется, что это довольно плохая тенденция, потому что вот все последние конкурсы Чайковского, которые я слушал, это все-таки меня не удовлетворяло, признаюсь честно. А если брать талантливых людей, очень много, и Россия всегда была богата талантами. Вот. Я, например, очень люблю Холоденко. Это замечательный пианист. Вот. Да. И мне кажется, что он очень хорошо играет. Ну, я среди моих учеников я очень люблю Сережу Кудрякова. Это человек очень скромный, поэтому малоизвестный,
Но он очень музыкальный, очень теплый и всегда играет очень совершенно. Он доцент консерватории. Вот. Ну, конечно, есть большие виртуозы. Ну вот, пожалуй, пока все, что я могу сказать. Я просто не думал, признаюсь честно. Наверняка, конечно, есть очень много хороших ребят. А вот по какой системе к вам попадают в мастер-класс? Не знаю. А если вот вы возьмете, допустим, самых лучших исполнительных пианистов сейчас, но они немножко не дотягивают по вашим стандартам, кого бы вы взяли к себе в класс? Мацуев, Трифонов, Юга Ванг. Кого бы вы взяли к себе в класс? Мацуев, Трифонов, Юга Ванг. Ванг. Да. Да, Юга Ванг интересная девочка. Вы знаете, я был членом жюри в Японии, когда ей было 14 лет. И она фантастически играла второй этюд Шопена. Вот. Но это был конкурс концертов. И там многие люди играли там концерт Брамса или концерт Третьего Рахманинова и так далее. Она играла концерт Мендельсона совершенно феерически. И, в общем, некоторые члены жюри хотели дать ей первую премию, но я был не согласен с этим. Первую премию получил итальянец Сандолоро, очень музыкальный человек, очень симпатичный. А она получила третью премию. Но потом ее карьера очень стремительно начала расти. Вот. Дело в том, что ведь она училась у замечательного педагога, у Гарри Графмана. И, конечно, она обладает феноменальными двигательными возможностями. Плюс она очень красивая женщина. И она и этим... Чувство стиля... Да, но это не герой моего романа. Вот. То же самое могу сказать о Денисе, который, безусловно, очень одаренный человек, и ему подвластна любая музыка, которую он может сыграть, но это тоже не герой моего романа. Да. А в Даню Трифонова я больше люблю. Он очень музыкальный человек. Мы тоже его когда-то отметили на нашем конкурсе имени Скрябина. Вы знаете, наверное, что я был председателем жюри, постоянным председателем жюри конкурса Скрябина, который прошел 5 раз в истории России. Начался он в Нижнем Новгороде в 1995 году, и мне удалось тогда познакомиться с одним из гениальнейших людей нашего времени, с Борисом Ефимовичем Немцовым, который тогда был губернатором Нижнего Новгорода, и он пришел на наш конкурс на выпускной вечер. И это была очень интересная встреча, которая потом продолжилась. Я только 2 раза его еще раз видел и беседовал с ним. Вот. А на одном из конкурсов, не помню на каком, потом конкурс переехал в Москву, и 4 следующих были в Москве. На одном из конкурсов, где, по-моему, победил Петр Лаур, петербургский пианист, очень хороший, мне он очень нравится. Даня Трифонов был совсем молодой, получил 5-ю премию. Но потом он стал очень знаменитым и совершенно об этом забыл. Вот. Но он человек одаренный, и я бы с удовольствием бы взял бы его на мастер-класс, но я боюсь, чтобы он не пришел, потому что он наверняка считает, что он играет лучше, чем я преподаю. Михаил Сергеевич, еще вопрос по поводу ЦМШ. Вы уже говорили о том, какая замечательная российская школа музыкантов. И ЦМШ – это, в общем, как раз такое место, где она во многом зарождается. Чем эта школа отличается от того, что вы видели в мире сопоставимого и по педагогам, и по методам преподавания? Что делает русскую школу такой воспроизводимый в высоких стандартах? Вы знаете, по педагогам разницы нет. Есть очень хорошие педагоги на Западе, и есть очень плохие педагоги в Москве. Это первое. Второе. Преимущество социально-музыкальной школы заключается в том, что там совершенно замечательный тренинг. То есть детей тренируют с самого начала. Вот они поступают туда в 5-6 лет. И педагог дает ему 3 часа в неделю. А некоторые педагоги, я даже помню один случай, когда педагог сказал: ко мне без репетитора и не являйтесь. Вот, то есть
берите репетитора, который будет с ребенком все это разучивать, а он будет бархаткой чистить ботинки, этот педагог. Так что, кстати, школа очень тренирующая, и она создает к концу профессионалов высокого класса. Достаточно высокого класса. Ну, в зависимости от таланта, конечно, но это всегда, с ними легко работать в консерватории. Поэтому я всегда предпочитал брать в консерватории людей с центральной музыкальной школы. У меня там преподает много моих учеников и так далее. Но расцвет СМШа, по-моему, был давно. Не сейчас. Сначала Александр Борисович Гальденвейзер в 1935 году, по-моему, предложил вот сделать такую школу для одаренных детей, специальную школу, выделить ее из всех остальных. И вот она была при консерватории. Потом в ней в 50-х годах была замечательная плеяда потрясающих педагогов. Это были в основном женщины талантливые, которые не стали пианистками, солистками, а были, может быть, иногда одинокими, иногда, может быть, несчастными. Они безумно любили своих учеников, как своих детей, они их лелеяли. И, конечно, вот это дало огромное количество талантов. Ну, я могу назвать и Анаиду Степановну Сумбатян, и Тимакина, и Кестнер, и Ховед. Это все одна плеяда, одно поколение. И должен сказать, что в это же время под руководством Финкельштейна в Гнесинской десятилетке тоже был замечательный ряд педагогов, в частности, учительница Жени Кисина, Анна Павловна Кантор, госпожа Ефруси, я сейчас не помню, как ее имя, отчество, Валентина Аристова. Это были замечательные педагоги. В 50-е годы началось огромное, так сказать, шествие лауреатов международных конкурсов в Советском Союзе. Когда приезжали, у нас была очень жесткая система отбора, и когда приезжали наши пианисты на Запад, они неминуемо были лучшими и всегда получали самые высокие призы. И получилось некоторое перепроизводство. То есть люди кончали консерватории, были лауреатами международных конкурсов, но им негде было работать дальше. И негде было действовать. И вот они пошли, некоторые пошли в СМШ. Вот. Но им не хотелось преподавать детям. Они предпочитали играть. И у них были какие-то концертные поездки. И, так сказать, уровень немножечко начал падать. Нужно в этом смысле признаться. Среди всех педагогов, я понимаю, что вы называли педагогов 50-х. Но я вот еще посмотрела вашу телепередачи «Игры классиков». Что? «Игры классиков». Вы вели такие телепередачи. Да. И меня захватила передача о Гелиосе. О Гелиосе? Да, я стала читать много о Гелиосе. И, конечно же, Берта Рейнвальд. Да. Его педагог. Тщательная профессия. Да, и о ней написано приблизительно так же, как Нгуен писала о вашем преподавательском стиле в своей диссертации. Мне больше не на что сослаться, я прочитала диссертацию. Вот о преподавателе Гелиоса было написано, по-моему, это даже вы написали, ее педагогический дар был несомненен. В основу ее работы был положен принцип «не обучай, не изучив своего питомца». И не поняв его, она сама писала: «Рано я осознала, что не нужно тянуть учеников к моему пониманию, а нужно изучить их личность». Вот, по-моему, из того, что я читала, у вас такой же стиль. Это Оборин вам дал? Или вы уже как-то сами сообразили, как вам быть замечательным педагогом? И вот каким образом сделать переход от замечательного исполнителя до замечательного педагога? Ведь не каждому дано. Да, я с вами согласен. Это мне дал Илья Романович Клячко. Это в вашем училище? Да, в музыкальном училище. Оборин, понимаете, он немножко другого был склада. Оборин был
замечательный солист, замечательный исполнитель, эрудит, человек, который знал очень много. И он был немножко такой, я бы сказал, барин. Он не любил много говорить. Он, самая высокая похвала его была, складненько сыграл. Вот. И он говорил мало на уроках, но он занимался интерпретацией. И он высказывал свое мнение о форме, о том, как это нужно двигать, и туда или сюда, и как звучать, как это что, приводил примеры, как играл сам Рахманинов, как играл там, я не знаю, Корто, как играл Эгон Петри и всякие остальные замечательные музыканты, которых он всех слушал. А Клечко был вот как раз типа Рейнбальд. Берт, я забыл, как ее имя. Да, Берта Рейнбальд. Вот она, вот то, что вы сказали, это не моя цитата, это цитата, по-моему, из книги о Гелиосе, которую написал покойный Егор Дон. Вот, и она действительно вот дала больших учеников. Но у нее такая жуткая судьба стратегическая. Вы знаете, что она с собой она бросилась. Эвакуации. И так обошлась советская власть после войны. Да. Вот, и Эмиль Григорьевич ведь ее любил. Потому что, когда они приехали показывать Нейгаузу, и Нейгауз как-то так не очень тепло отнесся, сказал, ну, пускай позанимается немножко. И они поехали домой в Одессу, а через полгода он сыграл на всесоюзном конкурсе и получил первую премию. И после этого он не пошел к Нейгаузу, он поехал в Одессу и кончил консерваторию там, у Рейнбальд. А только потом уже поехал к Нейгаузу в аспирантуру. И я знаю, что Эмиль Григорьевич, в общем, спас Генри Густавовича от ссылки, от тюрьмы. Он, говорят, ходил к Сталину. Это был человек очень высокой морали, очень честный, очень, я бы сказал, закрытый и в то же время очень доброжелательный, но жесткий. Я стала копаться вот в литературе о Гелиосе и сравнивать, допустим, то, что написано о вас, то, что написано о Берте Рейнбальд. Вы мне не поверите, в какие дебри это меня завело. Знаете, что? К Бабелю. Кто бы мог подумать? К одесским рассказам Бабеля. Какая связь может быть? А вот такая. Оказывается, Бабель написал «Мадам Любку» с портрета бабушки Берты Рейнбальд. Была той самой царицей, которая держала в своих руках всю Одессу. Да. Кто бы мог подумать? И это написано в аналах одесской истории. Так что вот такая вот странная цепочка все равно ведет к Гелиосу и к вам. Гелиос это лучше. Игры классика. А игры классика я помню с большим, так сказать, с большой, так сказать, ностальгией. Мне понравилась вот эта передача, которая была организована в телевидении. И вот вы не обратили внимания, что я в одной из передачах о Грише Соколове, которой была передача о его выступлении с третьим концертом Рахманинова в Москве в 1977 году. Или 78-м, я не помню. С Китаенко они играли, очень хорошо играли. Ну и я вот комментировал это выступление, и я рассказал историю, как вот он получил первую премию, и как зал был против того, чтобы он получил эту премию, потому что все любили Мишу Дихтера, и как Эмиль Гиллис, именно он, так сказать, говорят, настоял на, так сказать, решение этой первой премии, и таким образом обнаружил очень талантливого человека. И я в этой передаче публично извинился перед Гришей Соколовым, сказав, что я был, к сожалению, среди тех, которые тоже тогда не принимал. Но ему было 16 лет, и он играл концерт Сен-Санса. Очень хорошо играл. Но мне казалось, что концерт Сен-Санса
это не тот концерт, который должен даваться первую премию на конкурс Чайковского. Вот. Ну, это я это не говорил, я говорил, что я хочу признаться, что я виноват, потому что он превратился в действительно высокого музыканта, замечательного музыканта, которым я очень восхищаюсь сейчас, и я прошу меня простить. Он правда, простил? Он, правда, меня не позвонил после этого. Я думаю, что он знает об этом, но не позвонил. Ну, мы с ним не знакомы, так что, возможно, он и имеет это право. Но вот я этим немножечко горжусь. Даже мне кто-то когда-то сказал, что, вы знаете, мы не ожидали, что вы вот так вот увлечены. Собственно, я мог этого и не делать. Я хотел вас спросить о том, как в Советском Союзе происходило исполнение музыки советских композиторов. Вы называли Шпая среди ваших друзей и, по-видимому, композиторов, которых вы исполняли, Блока. Я знаю, что вы очень много играли Буцко. Но вот как это происходило? Ведь там очень много других имен, которых я мог бы назвать, среди которых, может быть, много и тех, которых вы знали, с которым дружили, вы с Денисом дружили и так далее. Как они добивались, как они получали исполнение своих произведений? Это было действие какого-то музыкального начальства в Союзе композиторов или в Госконцерте, Москонцерте и так далее? Или это происходило как-то иначе? Было ли какое-то назначение, что поручалось исполнить такое сочинение такого-то композитора, такому-то исполнителю? Или все-таки это было по-другому? Нет, я не знаю об этом, о том, что поручалось. Ну, может быть, поручалось, почему бы нет. Вот. Но мне такие примеры не совсем неизвестны. Но это было все очень разное, понимаете? Потому что, например, ну, вот я вот играл очень много Шнитке. Я начал играть с тем, что мы, значит, с Ромой Нодалем сыграли его старинную сюиту в старинном стиле. Замечательное сочинение для и фортепиано. И потом он сам приходил, хвалил нас и так далее. Потом я выучил его первый концерт для фортепиано и струнных. И сыграл его и в Будапеште сыграл, и в Москве сыграл. Вот, я играл Денисова, и Денисов мне посвятил свои богатели. Но это был авангард. Это были противники, так сказать, направления музыка для народа, так сказать. Хотя я считаю, что они оставили замечательный след в истории музыки. Вот. А я играл и других композиторов, музыка которых мне нравилась. Ну, в частности, я очень люблю Буцко. Юрий Маркович был замечательным человеком, очень интересным. Я помню, мы спокойные, ну, вот только недавно умершей Любой Шишхановой, органисткой, организовали его полифонический концерт для четырех инструментов – органа, клавесина, челеста и рояля. Это цикл фуг огромный, 14 штук. И мы все это сыграли в Ярославле, потом сыграли в Москве. Шишханова была и органисткой в Ярославле. Вот. И Буцко потом мне посвятил вот первый концерт, который я играл с Павликом Коганом когда-то, это в 67-м году. А потом еще он специально для меня написал капричо, вот, который я играл. Из старых тетрадей, оно как называется. Очень интересная музыка. Я очень помню с большой любовью Григория Михайловича Шантыря. Григорий Шантырь – это композитор, я бы сказал, вот такого направления немножечко старомодного. Он писал... Никогда не слышал его. Ну вот видите, он там написал по Каверину «Два капитана» оперу. Так, ну, естественно, член Союза композиторов. Но музыка у него очень мелодичная и довольно такая, я бы сказал, ну, где-то такой 19 век. Вот, если брать там... Я не хочу никаких сравнений проводить. Но, во всяком случае, он мне посвятил сонату, сказ, сонату... У него две сонаты, я обе играл, и сонатину играл. И, в общем, мы очень дружили. Ну, он очень как-то рано умер, неожиданно он был полный, и у него сердечный приступ случился. Вот, потом я играл, ну, со Шпаем я не сказал, я не могу сказать, что мы дружили со Шпаем. Мы, так сказать, просто были знакомы и уважительно, потому что Шпай стоял слишком высоко.
Ну, понимаете, он был, во-первых, старше меня, во-вторых, он был очень знаменитым композитором, хорошим композитором. Вот. Но мы с ним сидели вот на конкурсе Чайковского, я уже не помню, кажется, в 78-м году. Вот так что я должен сказать, что это советских композиторов было очень много. Одних, я уверен, насаждали. Ну, в частности, Тихон Николаевич, конечно, Хренников, как секретарь Союза композиторов, где хотел, там и играл, где хотел, там и свои сочинения исполнял. А некоторые должны были стремиться найти какие-то возможности. Так что это было достаточно разнообразно. Но никакого такого назначения исполнителей не было на вашей памяти. Может быть, и было, но мне просто неизвестны такие факты. Понятно. Думаю, что, наверное, были какие-то. Вот сыграйте там, я не знаю, Тухманова или Блантера. Вы довольно долгий век прожили в Московской консерватории. На вашем веку сменилось столько ректоров. Какие оставили у вас наилучшие и не самые лучшие воспоминания? Вы знаете, я не буду говорить о современном ректоре, потому что он меня, так сказать, ну, я не хочу сказать выгнал, но он меня уволил за неявку на работу. Вот. Так что это пятно на консерватории, потому что все-таки я консерватории отдал больше 60 лет своей жизни. И так вот взять меня уволить, хотя я просил мне продлить мой отпуск, потому что я совсем не собирался, так сказать, полностью порвать все связи с Россией. Понимаете, одно дело, которое мне абсолютно неприемлемо, а другое дело – культура. Это совершенно другое. Русская культура чрезвычайно высока и чрезвычайно сильна. И поэтому мне, конечно, не хотелось рвать связи с консерваторией. Но так вот получилось, что я высказался, наверное, очень резко в своих интервью, и меня уволили. Но вот среди предыдущих ректоров я мог бы упомянуть только Александра Васильевича Свешникова, который был человеком, который заботился о консерватории. Он заботился о том, чтобы в консерватории было хорошо, чтобы были хорошие музыканты. Ужасно не любил нестриженных студентов. Останавливал и говорил: я на тебе рубль, пойди в парикмахерскую. Вот, и что-то в этом духе. И он мне, кстати говоря, очень помог в жизни. Я ему чрезвычайно благодарен, потому что я приехал, как вы знаете, наверное, из Бердянска. Я учился в Москве, учился в консерватории, учился в аспирантуре, стал лауреатом. И дальше у нас было распределение. Распределение было обязательным. Надо было ехать в какой-нибудь другой город. Вот. И при распределении, да, а до этого, когда я получил уже какое-то лауреатство, я ходил к Свешникову и просил, чтобы мне как-то, так сказать, устроиться в Москве. И он поставил меня на очередь получения жилплощади. Он пошел в какие-то организации, которые занимались этим вопросом, и сказал, что вот товарищ талантливый, его нужно. И я стал очередником. Поэтому, когда на распределении мне предложили поехать в Туркменистан, вот, я сказал: вы знаете, я, конечно, с удовольствием поеду в Туркменистан, но я все-таки, получив премии, хотел бы концертировать. И мне кажется, что кроме Душанбе там негде играть на рояле. Поэтому как-то мне не хотелось бы тратить то, что я получил здесь, в Московской консерватории. Мне сказали, что я должен слушаться, значит, политики партии и правительства и так далее. Вот. И вдруг случайно я вспомнил, что я же очередник. Я сказал: ну, я ведь стою на очереди получения. А, вы очередник? Все. Вопрос был исчерпан. Так что Свешников... как неожиданно решается вопрос. Да, да, да. Свешников мне в этом смысле помог. Когда Свешников умер, ректором стал Борис Иванович Куликов,
его ученик, тоже хоровик. Вот, и у меня в это время уже было трое детей и любимая жена, и мы жили в очень маленькой квартирке. Ну, такой распашонка она называется. И очень было очень тяжело, потому что уже дети учились музыке. Я пошел к Куликову, он сказал, я пойду, я настаю, чтобы вам дали квартиру. Вот, прошло какое-то время, я все-таки решил поинтересоваться, потому что было молчание. Я зашел к нему в кабинет и говорю, Борис Иванович, вот, да, говорит, я был, но мне отказали. Я говорю, ну и что дальше? Ну, будем стараться. Ну, после этого никаких стараний не было. К счастью, потом получилась возможность, начались кооперативы. Я купил кооператив, и мы благополучно переехали в центр. Ну, для тех, кто не знает про вашу героическую сагу, 14 лет в коммунальной квартире, где еще, да, сколько там было, по-моему, 13 семей? 13 комнат. Да. Уж да. После этого как-нибудь про квартиру, распашонку. Понятно, 13... что... Нет, распашонка была потом. Потом. Да, а потом уже была настоящая квартира, вот когда уже я, когда Куликов был в 80-е годы. В общем, у вас героическое прошлое, конечно. Ну, как сказать, которое очень русских людей, к сожалению. Мы не касались этой темы, но мне все-таки интересно, ведь ваша супруга тоже музыкант. Вы имеете в виду мою вторую жену? Да. Нгуен Ким Ган, вьетнамская пианистка, которая приехала в 13 лет в Москву учиться. В этом смысле ее как биография немножко как-то похожа на мою прошлую биографию, потому что я тоже в 13 лет приехал в Москву учиться. Тоже меня мама бросила одного. И она самостоятельно. Но для нее это было труднее, потому что она приехала в другую страну. Она начала учить русский язык очень интенсивно. Она свободно говорит по-русски, практически без акцента. И успешно занималась в Центральной музыкальной школе, поступила в консерваторию к Александру Сергеевичу Струкову, профессору, очень хорошему музыканту, ученику Льва Николаевича Власенко. Вот, кончила консерваторию у него и играла на конкурсе Скрябина. И получила третью премию. Это было в 2012 году. Вот. После этого она попросилась ко мне в класс в аспирантуру. И Струков меня тоже попросил, и мы начали заниматься. Ну, дальше история немножко банальная, но что я хочу сказать, что она очень интенсивно занималась в аспирантуре. И я, зная, что она играет превосходно Скрябина, я предложил ей выучить первый том прелюдий и фуг Баха. И она прекрасно с этим справилась. Потом она сыграла это в концерте подряд. Это 2,5 часа, между прочим. Вот. И потом мы это записали. Вышел диск. Довольно удачный диск. И через некоторое время я предложил, потому что раз уже начали первый том, то давай учить второй том. Вот. И вот выучив второй том, она кончила аспирантуру. И по совету... Ларисы Евдокимовны Слуцкой, проректора по учебной части, она преподавала там историю пианизма. Вот. И она начала писать диссертацию. И Слуцкая предложила меня. Ну, к тому времени уже было известно, что мы, так сказать, симпатично друг к другу относимся. Вот. И Слуцкая сказала, что, вот, знаешь, вот о Дренском очень много написано, а о Воскресенском ни одного слова не написано. Вот постарайся что-нибудь придумать. Она перерыла весь мой архив, и должен сказать, я ей очень благодарен, потому что она каким-то образом его немножечко почистила. Вот. И, в общем, мне кажется, написала интересную книгу, которую я бы сам, наверное, никогда не написал. Вот, она очень хорошо играет, она увлечена Бахом. Вот уже в Америке она выучила Гольдберг-вариации и сыграла недавно на концерте, это тоже 1,5 часа без перерыва. Вот, и очень успешно. Так что я очень Когда горд. Когда вы разучиваете новое для вас сочинение, как быстро вы находите образ музыки, который в дальнейшем вы только шлифуете? Это происходит сразу при чтении нот или при воспоминании исполнения
другими пианистами, я знаю, что вы очень интересуетесь чужими исполнителями, или же это открывается постепенно? Насколько изменяется образ музыки от первого прочтения до премьерного исполнения? Есть что-то в этом процессе, о чем бы вам было интересно рассказать? Вы хотите сказать, что я ворую, да? Нет, 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 ни в коем случае. Мне интересно, как происходит эволюция образа музыки, когда вы начинаете ее разучивать. Я вам скажу, да, ворую. И не считаю это совершенно неприличным. Я знаю, вы об этом заявляли, но меня да. не как раз не но это интересовало так, совсем. Почему не сыграть так же, как какой-то гениальный пианист это играет, если это мне удается, иногда не удается. Ну, это, конечно, не всегда бывает. И вообще это все происходит по-разному. Это все зависит от того, какое сочинение, насколько оно известное, насколько я его знаю, так сказать, и... Иногда у меня бывают совершенно незнакомые пьесы, которые я играю. Вот, например, я совсем недавно выучил 32 вариации Бетховена. Знаменитые 32 доминорные вариации Бетховена. И я никого практически не слушал. Я начал их учить, влюбился в эту музыку, страшно начал... У меня уже создался, так сказать, мой план. После этого послушал Глена Гульда. Он играет совершенно по-другому. И там я ничего не мог взять себе, хотя мне это очень понравилось, но это было все мне чужим. И потом я послушал Гиллиса, мне тоже очень понравилось. Тут уже можно было более ближе были какие-то взгляды. Но все-таки вот та трактовка, которую я сейчас делаю, это моя трактовка, я нигде ничего не взял. Но в основном, конечно... Вхождение в образ происходит во время занятий, во время работы. Когда вы занимаетесь каждый день, сначала вы не знаете текст, вы разучиваете пальцы, вы там смотрите, что у вас уже в голове что-то появляется, что вам хочется сделать. И вот когда вы добиваетесь того, что вам хочется, вы начинаете еще и осознавать, а почему вам это так хочется? Чем это объяснить? Зависит ли это от стиля, зависит ли это от... ваших знаний и так далее. В общем, это все по-разному. Это не, тут нет никаких правил. Спасибо. Окей. Вы согласны? Я не вижу поднятых рук пока. И вот вопрос такой. Когда ваши ученики играют на конкурсе, ведь вы составляете программу, правильно? Мы составляем программу. Вдвоем. Хорошо. Я никогда не давлю. Окей. Осторожно предупреждаю. Вот эта пьеса не конкурсная, тебя там зарежут за нее совершенно спокойно. Например, играйте пассионату или лунную сонату на конкурсе, это сразу будет минус, это совершенно не нужно. Но я советую, и иногда подбираю, конечно, то, что это нужно. Но я вам скажу, что я очень волнуюсь, когда мои ученики играют на конкурсе. Гораздо больше, чем когда я играю сам. Вот, потому что, когда я играю сам, я сам за себя отвечаю, я знаю, что я могу, что я не могу, что у меня получилось, что у меня не получилось. А когда играет ученик, как будто вы с ним многое сделали, вам нравилось, как он играл в классе, он выходит на сцену и вдруг играет совсем не то. Это очень волнительно. Я помню, когда Станислав Иголинский, мной очень любимый, замечательный музыкант, играл на конкурс Чайковского в 1974 году, он тогда получил вторую премию. Вот, и я вдруг неожиданно померил свой пульс, когда он играл. У меня был пульс 180. У нормального человека такого просто не бывает. Ну, может быть, я еще неправильно посчитал, но это было действительно так тук-тук-тук-тук-тук. Просто страшно. И я, собственно, потому и начал мерить, что почувствовал, что у меня что-то плохо с сердцем. Вот, и потому что я очень за него нервничаю. Но он тогда замечательно играл. Я помню, как Владимир Флиер покойный сказал, мы голосовали за вашего ученика на первую премию. Ну, там были другие течения, и получил Гаврилов. Ну вот на конкурс вы выбираете вместе с учеником только программу. А ведь если это концерт, вы же еще должны предвидеть бисовые пьесы, правда? А ну, почему? Если ученик играет концерты, я знаю что его программу, я думаю, что бис он может иметь право сам выбрать, в этом никакого преступления нет. И есть какая-то герентность
между программой и бисовым кусочком. Вот. Нет, в данном случае никаких законов в этом смысле нет. Можно сыграть и пьесу совершенно противоположного характера и стиля, а можно продолжить в том же стиле, в каком у вас программа построена. Мне кажется, что это все зависит от того, что вам хочется играть или что у вас в руках. Я, честно говоря, например, бисы вообще очень редко повторяю. Я занимаюсь своей программой, я занимаюсь, а потом, когда уже нужно вот завтра играть, я думаю, а что же я буду играть на бис? А, ну вот я вот повторю это, в пальцах находится. Бывает так, а бывает специально я готовлю. Окей, за это время вопросы подготовлены. Лёша, спасибо большое. Александр Казаков, пожалуйста. Добрый вечер. Спасибо большое за ваш рассказ. Замечательно было. Просто удовольствие огромное получил. У меня такой вопрос. Я не музыкант. Я немножечко перевожу поэзию с английского на русский. И у меня такой вопрос связан с тем, что когда я перевожу текст какой-нибудь, то вначале берешь по кусочкам, понимаешь, по кусочкам, как, так же, как вы, начиная с первого листа. А потом, когда все произведение выстроилось, то возникает единство всего текста. То есть все может поменяться просто потому, что ты вначале не понимал из этих кусочков, откуда ноги растут из всего текста. Так вот, есть ли такое же у вас, когда вы начинаете разучивать новое произведение? Спасибо. Да, пожалуй, вы правы. У меня приблизительно то же самое. Потому что когда я работаю над каким-то сочинением, оно постепенно склеивается, действительно еще не знаешь, где будет кульминация, где будет главная кульминация и где будет что-то такое. А потом, когда это все выстраивается, так сказать, в сознательную форму, то тебе уже тогда ясно, что нужно делать и так далее. Но я хочу вам сказать, вот вы вначале сказали, что вы не музыкант. Вот мы, музыканты, существуем для вас, а не для тех, кто считает, какие фальшивые ноты мы сыграли на концерте. Потому что люди не профессионалы, люди, любящие музыку, воспринимают музыку в целом, как музыкальный образ, который вам или близок, или чужд, но он затрагивает ваши музыкальные чувства, которые у вас, безусловно, есть, ваши струны в вашем теле. И вот если исполнение пианиста или какого-то другого музыканта затрагивает вас, и вам это нравится, то наша задача исполнена. Вот. А если пришел мой коллега и сказал, а ты знаешь, ты вот там в третьем такте сыграл не ту ноту. Ну и что? Я скажу, извини, пожалуйста, в следующий раз сыграю ту, которую нужно. Спасибо большое. Спасибо. Миша Брайловский, вкратце, пожалуйста. Спасибо вам большое за все, что вы рассказали. У меня несколько кратких замечаний. Ну, прежде всего, я музыковед. Если помните, в Принстоне я вам сказал, что вы будете играть до 100 лет. У меня одно замечание по поводу вот того конкурса, по которому вы извинялись. В то время Соколова, в общем-то, я довольно хорошо знал, потому что я из Питера тоже. Но с того конкурса, что у меня осталось в ушах, это Миша Дихтер, играющий до-мажорную сонату Гайдна. И вот эти первые ноты на всю жизнь они остались. Вопрос у меня к вам по Моцарту. Вот знакомо ли вам исполнение Клейна, Учиды, Ларочи, сонат? Конечно. А почему вы их не упомянули? Ну, не, я же не музыковед, я же не могу всех упомянуть. Учида мне не нравится. А Ларочи мне очень нравится. А ре минорная фантазия. Вы знакомы с окончанием Учиды? Что сам Моцарт не кончил эту фантазию. Совершенно верно. Но все фантазии, которые Моцарт закончил, они все возвращаются к началу. И Учида в ре минорной фантазии тоже возвращается к началу. Ну, я предпочел бы не менять Моцарта, если я Учида, а не Моцарт. Ну, хорошо.
Последний вопрос. Кстати, 32 вариации. Когда вы их выучили? Вот недавно. Ну, 2 года назад. Я слушал вас в прошлом году. У меня было такое впечатление. Я, кстати, с нотами в руках слушал. У меня было такое впечатление, что вы их выучили очень давно и играете чуть ли не всю жизнь. Это ложное впечатление. Я действительно сыграл все сонаты и как-то так успокоился. Считаю, что уже достаточно Бетховена сыграл. А с вариацией я выучил вот совсем не так давно. Последний вопрос о Дебюсси. Ведь фантазия, которую вы сказали, что вы играли, во-первых, ее вообще никто сейчас не играет. Во-вторых, сам Дебюсси ее не любил и не хотел, чтобы ее исполняли. Каким образом вы вышли на нее? Ну, понимаете, во-первых, я не знал, что Дебюсси ее не любил. А во-вторых, я случайно узнал, что у Дебюсси есть сочинение для фортепиано с оркестром. И мне страшно хотелось, потому что я играл второй концерт Сен-Санса, я играл леворучной Равеля, и мне хотелось сделать 3 концерта французских композиторов. И это я нашел эту штуку и выучил. Я ее играл не так уж много раз, и я согласен, что это раннее сочинение, не очень совершенное. Очень хорошо. Ой, ну, спасибо. Спасибо, Миша. И, пожалуйста, я оказался против Дебюсси. Саша Каплан. Ага. Огромное вам спасибо за то, что вы так высоко цените здешнюю свою аудиторию. Потому что, когда мы слушали ваше интервью с Катей Гордеевой, вы неоднократно осведомлялись, а может ли аудитория, которая нас слушает, отличить там мажор от минора? Я не помню, что это было такое, диминуэндо от крещендо. Но здесь была полная свобода, как я поняла, иметь профессиональный разговор. Но я не по профессиональному разговору совершенно, потому что я считаю, что на моем уровне было покрыто все изумительно. Спасибо. Вы совершенно для меня невероятный человек. Благодарю просто вас. Просто невероятный во всех отношениях. И в профессиональных, и в человеческих. Спасибо большое. Мы присоединяемся. Спасибо. Сереж Заремский или Наташа? Ну, прежде всего, огромное спасибо за ваше выступление, совершенно феерическое. А вопрос такой. Играли ли вы Шёнберга? И как вообще относитесь к его последователям и к додекафонии? Вы знаете, я играл сонату Альбана Берга, опус 1. Замечательное произведение, которое я очень люблю. А Шёнберга я не дошел, так сказать. Мне немножко трудно, признаюсь честно, потому что вот эта система додекафонии, она для меня немножечко сложна, поэтому я еще пока им не занимался. Но я Шёнберга очень люблю. А вот мой гениальный ученик Юра Фаворин, о котором я уже так много раз говорил, он сыграл концерт Шёнберга для фортепиано с оркестром, и я им с ним занимался. И даже сказать, что когда мы это сыграли в Петербурге, то Гергиев пришел послушать, потому что наверняка никогда не слушал Шёнберга с концерта. Спасибо. Спасибо вам. В связи с тем, что осталось мало заряда на телефоне, я дам последнее слово Лене Кушнировой. Леночка, пожалуйста. И мы на этом закроем. Спасибо. Михаил Сергеевич, ну, я с огромным удовольствием все это выслушала и ну, просто вот хотелось аплодировать, потому что практически вот 100% я все, что вы говорили, и даже последнее, что вот про Учиду и про Алисию де ля Рочу, вот 100%. Учиды нет, слушала я ее в зале, у нее жутко жесткий звук, который у меня прямо вот, извините, на руках вот сколько волоски, они все дыбом становились. Значит, у меня такой вопрос, как говорится вот Миша Ермолаев, шкурный. Вот вы сказали, что вы сейчас выучили наизусть, то есть вы учите, продолжаете учить наизусть. У меня, в моем, я вас немножко моложе, но у меня уже жуткая проблема. Жуткая проблема с учением наизусть. Как у вас это поменял? Я потому что никогда наизусть не учила. У меня проблема в том, что я всегда, пока я разбирала текст очень быстро, я уже знала наизусть. То есть этот процесс у меня занимал несколько дней.
А сейчас я вот игра, я и все могу сыграть, а наизусть мне приходится учить. И для меня это какая-то задача невероятная. Вот Леночка, не как у вас? стесняйтесь, играйте по нотам. Будете спокойнее себя чувствовать. Когда Рихтеру было 60 лет, он умер за 80. Какой-то австрийский врач сказал ему, что в 60 лет слабеет память. И Рихтер начал играть по нотам, хотя он прекрасно все помнил на память. Вот. И когда он приехал в Японию, его там критика обругала, сказала, что он не выучил сочинение. Играйте по нотам, ничего страшного нет. Весь Нет, я 19 учу, играл я по нотам. выучиваю, но просто для меня, это для меня просто паника, что раньше вот я раз вот и все знаю. Но Лена, с каждым случается. Вы что, не знаете, и Рихтер забывал. С каждым случается, это ничего страшного нет. Вопрос только в том, как вы себя поведете в этот момент. Сможете ли вы организовать себя так, чтобы это было незаметно? Или вы, так сказать, встанете и скажете, извините, забыл. Да, Вот, как ну, Юдина как Генри сделала. Густавович Правильно? снегался. Это Юдина поступила так, Да. когда она Нет, это забыла, Генри она ушла. Густавович. Нет, это Нейгауз. Он что играл на бис, это моя мама была в зале, и что-то он играл буквально мазурку Шопена, и вдруг остановился и сказал в зал, забыл. И публика так начала аплодировать, все были в диком восторге. Но И про еще, Юдина. Михаил Сергеевич, да, и еще одно соображение по поводу Дебюсси, которого я очень люблю. Я знаю, почему. Мне сейчас тоже труднее, трудно. Я считаю, что французская, вот немецкая музыка для русского человека близка, потому что они вот тоже очень глубоко, а поэтому они так любят Достоевского, они любят вот русскую литературу, они любят русскую музыку. И вот немецкая музыка нам близка как-то, а французская музыка там больше настроена на красоту, не на какую-то глубину вот чувств, как мы привыкли там вот с русской музыкой и немецкой. Мне кажется, что в этом основная проблема. Ну, Вот как... я с вами не согласен в том смысле. Ну, я согласен то, что в русском немцы, в смысле, немцы более такие чувственно-эмоциональные, чем французы. Но я французскую музыку обожаю. Я Я люблю. тоже Я люблю. Онегера, очень сложного композитора. Я люблю Пуленко, я люблю Мийо. Я все это играл. Я Равеля играл много. Я даже, ну вот Форе немножко более равнодушен. Хотя он тоже очень хороший композитор. Да, но вот к Дебюсси у меня просто, может, мне кажется, что это для меня трудно. Я, может быть, сам виноват. Так что здесь Дебюсси не виноват. Нет, это я понимаю. Ну, в общем, огромное вам спасибо. И главное, меня очень порадовали огромное количество ваших оценок, которые абсолютно 100% совпадают с моими. Знаете, у пианистов это редкость, поэтому мне это Я надеюсь, уже... я достаточно деликатно высказывал негативные. Невероятно. То есть снимаю шляпу. Слава Богу. Спасибо. Спасибо Спасибо. огромное. Будьте здоровы и до встречи. Михаил Леночка, Сергеевич, у да, мы... нас невероятное впечатление. Да, я Невероятное. закончить, извините, не совсем таким оптимистическим заявлением. Мы пианисты, мы индивидуалисты, потому что мы солисты. Поэтому пианисты всегда любят себя и не любят всех, кто вокруг них. Я, должен сказать, стараюсь очень, как бы сказать, бережно относиться к тем, кто вокруг меня. И стараюсь оценить, что у них хорошего, если мне что-то не нравится. Вот, так что это довольно трудно. Нужно сказать. Да, Ну, вы я совершенно правы. тебе, что мы именно это и чувствуем. да. Да. Нет, В клубе есть это очень... профессионалы, и в клубе есть любители. Большинство из нас любители, меломаны. И вы к нам отнеслись со всей серьезностью, совсем не сверху вниз. Мы все понимали, и мы вам очень благодарны за это. Вы никак не опустили планку, а наоборот, вы нас подняли до своего уровня, настолько, насколько это возможно было. Это очень ценно, и это очень большая редкость. Вот. И еще
Миша Брайловский сказал, что вы будете играть до 100 лет. У нас принято говорить у евреев до 120. Что-что? У нас у евреев принято говорить до 120. Точно. Поэтому у вас еще долгая карьера впереди. Буду стараться. Мы вам желаем быть занятым ровно настолько, насколько вы хотите быть занятым. Чтобы у вас были замечательные ученики. И чтобы у вас сцены перед вами были раскрыты. А уж если вы захотите играть домашние концерты, то ради Бога, у нас у многих дома, рояли, место, друзья. Добро пожаловать. Считайте, что у вас есть в Бостоне друзья. Считайте, что у вас много друзей в Бостоне. Нас здесь, мы из 11 штатов. Я понимаю, что вы не могли играть вот до сих пор во всех штатах. Но вот вас послушали сейчас. И кто знает, может быть, вы до этих штатов доедете. Я с удовольствием. И тогда уже будет то, что называется «свой человек в Гаване». Кто-то из нас придет на концерт. Спасибо вам большое. Спасибо вам. У нас еще куча вопросов осталось, но мы понимаем, что нужно вас отпустить. Леша, я вам очень благодарна. Леша вел интервью на очень высоком уровне, мне кажется, и, по-моему, вам было интересно. Нам бы хотелось, чтобы вам было интересно. Конечно. Вот, потому что я закидываю удочку, это не последний раз. Мы надеемся. Мы надеемся. Давайте. Мы хотели бы знать, когда вы будете в Бостоне, поэтому мы будем следить за вашей рекламой. Если у вас есть веб-сайт, то мы будем следить, где и как, и когда вы играете. Спасибо. Удачи вам большое. Удачи всей вашей семье и малышу вашему. Спасибо. Удачи на ассимиляции здесь. Михаил, вы отважный человек. Решиться на такое перемещение в пространстве в этом возрасте, я таких, как вы, не знаю. Поэтому желаю вам большой удачи, чтобы все у вас получилось. Дай Бог. И чтобы ректор перед вами покаялся. Нет, не я попробую от лица тех, кто, как и я, еле тянет даже на меломана. Я получил огромное удовольствие и надеюсь, что все точно так же. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Но я прощаюсь. Вы, пожалуйста, вы можете остаться и услышать впечатление, но мы понимаем, что вы уделили нам достаточно времени, и поздний час, и малыш ваш идет спать. Поэтому... И батарейка. Может, сейчас отключится телефон, и я просто пропаду. Пожалуйста, пожалуйста, мы все понимаем. До следующего раза. Счастливо. Кто после вас задавал вопросы, хорошие вопросы, Михаил Сергеевич? Леонид Вайсман. Это я, Владимир. Да, да, да. Как ваша фамилия? Вайсман. Мы слышали все презентации по музыкальной литературе. Все презентации были сделаны Лешей. И вы все это можете посмотреть на YouTube. Да, очень хорошо. Замечательно. И Эвелина очень хорошо звучала и по смыслу, и по тону. Спасибо. У меня была простая задача. Мне нужно было составить такие вопросы, на которые Михаилу Сергеевичу было бы интересно отвечать. Правильно. И как бы его разговорить. Да, Михаил Сергеевич, вы еще здесь? Я хочу просто представить. У нас... Владимир Аронович Прумкин и жена его Лида. Лида из Ленинградской консерватории. Поэтому у меня вопрос, можно? Пожалуйста. Знаком ли, я думаю, что, конечно, знаком, но я бы хотела более ясного. Лида побоялась почему-то ленинградских профессоров, например, Надежду Ильичну Голубовскую или Владимира Владимировича Нильсена или Перельмана. Конечно, знал. Конечно, знал. Я очень тепло и искренне относился к Нильсену. Это был замечательнейший музыкант. Я был знаком с Натаном Ефимовичем. Я считаю, что он просто гениальный человек, а его парадоксы вообще, я пользуюсь ими очень много среди своих учеников. Я со многими дружил,
Я помню очень Марину Вольф, замечательного педагога из ленинградской десятилетки, которая, вот, кстати, мне и дала моего одного из моих самых лучших учеников, Станислава Игалинского, который замечательный пианист. Так что я с Петербургом в хороших отношениях, но Петербург не очень любит. Понятно. Знакомы ли вы с записями Нильсена или Голубовского? Ведь, например, пластинка Голубовской о Моцарте. Я Голубовскую не застал, но я знаю, что она замечательный музыкант и замечательный пианист. Не забывайте, что мне 88 лет, я мог что-то и забыть. Это совершенно... Мы давно забыли это. Это совершенно не чувствуется. Особенно я забыл. Скажите, вот у меня создалось впечатление, что у вас очень хороший английский и французский. Я права или нет? Да, да, права. Ну, я стараюсь. И еще, какое ваше отношение к Сергею Доренко? К Сергею Доренко? Да. Положительное. Михаил Сергеевич, а я хотела спросить у вас относительно вот молодых исполнителей, которые, как сейчас говорят, rising stars. Вот я слушала, приезжал Саша Малафеев, рядом со мной сидел музыкант, выпускник Гнесинки, и он в перерыве, мы разговаривали, и он сказал, что вот он там, вот надо было бы, наверное, вот так сыграть, и вот так вот сыграть. А публика умирала от восторга, просто умирала от восторга. Я таких оваций давно не слышала. Ну, мало того, что в нашей этой летней, на летней площадке «Wolf Trap» в Вашингтоне 20 тысяч человек присутствовало. Это, конечно, было совершенно феноменально, несмотря на жару там и на все. Хороший, ну, не то чтобы хороший, хороший музыкант, но у него блестящее будущее или ему еще нужно совершенствоваться? Ну, совершенствоваться нужно всегда. Да. А насчет того, блестящее или не блестящее будущее, это, к сожалению, зависит не от меня и даже не от Господа Бога, а иногда от самых больших случайностей жизненных. Вот, нету импресарио, нет агента, который, так сказать, устраивает концерты, и будущего нет. Так что тут очень трудно гадать. Вот. Но Малафеев, конечно, способный молодой человек. Но он очень симпатичный, блондинчик такой, и в основном его... Он нравится своим, так сказать, большим виртуозным багажом, который у него, безусловно, есть. Но пока ему, мне кажется, нужно еще очень много расти. Нет, ну это безусловно. Он напрасно уехал из... Ну... Он напрасно уехал из Московской консерватории. Он сейчас где-то на Западе живет, я не знаю, у кого он учится. Он в Германии. Учиться ему. Но его здесь раскручивают. Я знаю, что он здесь нравится. Да, он у него... Это хорошо. Вот. Ну ладно, я прощаюсь со всеми. Спасибо вам большое. Окей, вам спасибо. Спасибо огромное. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Большое спасибо. Спокойной ночи. В следующий раз, на следующей неделе мы встречаемся. У нас абсолютно необыкновенная тема. И мы начнем еще на час раньше, потому что наш гость из Израиля.